К новостям спорта. В рамках праздника «Север» в регионе проходит ежегодный чемпионат по зимнему президентскому многоборью. За пальму первенства борются свыше 130 спортсменов из разных районов области. За соревнованиями на лыжных трассах наблюдала Ирина Панфилова. На старт внимание марш. На трассу выходят первые лыжники. Похвастать безупречной физической подготовкой и выносливостью может не каждый участник. Некоторые с дистанции сходят практически у старта. 2 километра женщины бегут, которым 60 и старше. Средние женщины бегут, которым 40, 49, 59, 30 километра. И молодые женщины 18, 20, 23, 5 километров бегут. Мужчины бегут 3, 5, 10. Тоже зависит от возраста. Чемпионат по зимнему президентскому многоборью проходит в рамках спортивного праздника «Север». В регионе он проводится каждый год. В текущем году за звание победителя соревнуются 137 североказахстанцев. Это представители разных районов области. Очень долго готовился к этому мероприятию. Сейчас скоро уже выходить на дистанцию мне. Надеюсь, что удача повернется ко мне лицом, что будет все хорошо, не подведу свою команду. Самому молодому участнику состязаний 18 лет, старшему за 60. Надежда Скрипникова представляет район Макжан Жумабаева. Лыжным спортом увлекается с юности. Настроение бодрое. Уже финишировала, прибежала первая. Соперники, конечно, есть и посильнее, но я и преодолела все трудности и выиграла гонку на дистанции 2 километра. Помимо лыжных гонок в программе многоборья – стрельба из пневматического оружия и силовая гимнастика. Победители трехдневных соревнований ждут кубки, медали и грамоты. Ирина Панфилова, Тимур Рахматуллин, новости МТРК.